Расположение прекрасное. Вроде бы центр города, но тихо и спокойно. Есть хорошая парковка. Вот, пожалуйста, приемная, коридор, там кухня, шкафы, зеркала. А вот здесь вот кабинет, так сказать, личного пользования. Здесь можно устроить конференц-зал. Там еще одна комната для секретарши. Нам с партнером здесь уже тесно. Пришлось на Невском снять. А тут за год вперед заплачено. Ну и решили пересдать. Всякой ерундой приходится заниматься. Я извиняюсь, Иннокентий Валерьевич. А как насчет арендной платы? Вы говорили, все сразу и в долларах. Ну да, мы с партнером же вперед заплатили. Послушайте, я ведь без навара. За что снял, за то и сдаю. Смотрите, такой офис в лед уйдет. Прошу прощения, партнер. Угу. Что? Я твою гребаную хату на 2 дня снял. За 2 дня и заплачу. Я не могу сейчас. У меня презентация с иностранными клиентами. Хорошо. Деньги будут завтра. Я сказал завтра! Беспредел. Ну так что, давайте по-быстренькому, да или нет? А то меня партнер торопит. Нам сегодня еще в Москву, в Совет Федерации. Столько мороки. В принципе, нам подходит. Ну вот и ладно. Тогда я договорчик, а вы, если можно, денежки. Так сказать, чтобы время не терять. Получите. Что вы себе позволяете? Сядь, я сказал! Кто вы такие? Сел! Посади его! Скотина, кинуть меня хотел. Да я таких, как ты, в Афгане голыми руками, подонок. Вадим, успокойся. Я же тебя предупреждал. Но не связывайся ты с ним. Мне нужен этот офис. Здесь для штаба идеально. Иди ищи реального владельца и договор нормальной оформи. Отпусти, друг! Бежать, я сказал! Я извиняюсь, а Иннокентий Валерьевич кто? Жулью! С утра нам этот офис сдал, потом еще 4. Хорошо, хоть мой начальник охраны вовремя проверил. Все, идите. Иди отсюда! Я извиняюсь, деньги мои у него. А, так он и вас уже поимел, да? Деньги где? Так получается. Валет, поднажми. В портфеле! Ага. Господа, может, договоримся? Допусти руку! Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Они? Да. Вот теперь действительно вам лучше уйти. Спасибо. Да, пожалуйста. Пожалуйста. А на выборах голосуйте за Карасева. Ясно? Ага. Другой бы вам деньги не отдал. Спасибо. Ой, пожалуйста. Как известно, патриотами не рождаются. Ими становятся. От избирателей сейчас. Слушай, сделай милость, выключи эту муть. Это не муть, это жизнь. Ага, жизнь. Необходимо заставить работать систему ЖКХ. Наладить дело с самого низа. А для этого беспощадно бороться с коррупцией. Добиться грамотного и справедливого распределения всех денежных ресурсов. Ну и рожу наших депутатов. Дворники, ну, спокойно, слесари, депутатов, сантехники. Кандидатов. Ну, честно. Ну чего ты, Игорь? Чего? Ну что я, не могу для народа что-то сделать на старости лет? Павлов, ты передо мной-то дурака не валяй. Для народа. Да я серьезно, Игорь. Да сколько можно терпеть этих кровопийц? На той неделе на меня опять пожарники наехали. А? Ты знаешь? Теперь у нас пролеты лестницы на 10 сантиметров меньше, оказывается, нового стандарта. Ты знаешь, какую они с меня сумму снять хотят? Ну, правильно. Лучше самому кровопийцам стать. Да мне не надо ничего, пусть только мой завод нормально работает. Мы и так еле-еле концы с концами сводим. Короче, что тебе от меня надо? Ну, я… Ну, Игорек, ну как чего? Я хочу дружеского совета. Ты и так уже без меня все давно решил.
Слушай, Сережа, ты соображаешь, куда ты лезешь? 2004 год забыл? Да это другое дело, другое совсем. Да это те же самые яйца, только в профиль. Что большой бизнес, что политика. Игорь, ты пойми. Короче, телохранителем больше я к тебе не пойду. Да. Спасибо. Я думала, как минимум еще неделю возиться. Варюш, все, мы с Олегом побежали, потому что у нас с ним, так скажем, свои малярные работы. А, поняла. Да нет, на самом деле у Наташки просто зачет по рисунку. Она будет мой портрет писать. О, да! Крылов Ню. О, этот мощный волосатый торс. О, эта тугая, упругая плоть. О, стихи? Ты стихи любишь? А я не знал. А какие стихи ты любишь? А? Хорошие. Ребята, я ключи сделала. От нашей квартиры. Где? Держи. Книжки лежат? От штаб-квартиры. Давай. Держи. А-а-а. Смотри у меня, будешь девиц водить. Пойдем. Пока. Давай. Давай. Пока. Да, Сергей Николаевич. Олег, послушай, приезжай скорей. У меня тут девушка во дворе. Какая девушка? Кажется, мертвая. Все, я понял, ничего без нас не делать, сейчас приеду. Угу. Так какая девушка? Мертвая девушка, Наташа. Мертвая девушка. Сережа, ну сколько я говорила, собаку надо было завести. Лида, перестань. Господи, пронюхают журналисты. Ну все, пиши пропало. Ой, может, ее зарыть по-тихому? Ой, что я говорю. Коля, Олег, ну делайте что-нибудь, ну делайте, ну. 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 Уволю всех к чертям собачьим. Сейчас придумаю что-нибудь, Сергей Николаевич, сейчас. Сергей Николаевич, давайте мы Игорю Михайловичу позвоним. А что, без него не можете, что ли? За что я им только деньги плачу? А, куда? Стоять! Стой! Куда давай? Ловите ее, ловите! Стоять! Черт! Алло, Игорь Михайлович, здесь у Павла что-то ужасно странное происходит. Значит, упало с неба. Ветром занесло. Давно знаете убитую? Первый раз вижу. Это происки моих политических соперников. Ну, что там у вас? Убили ее выстрелом в район большого затылочного отверстия. Из какого оружия, пока непонятно. Пульку изымем, посмотрим. Но точно убили около суток назад. Да ты что? Ну, иди работай, я сейчас. Так а где вы находились в этот момент, господин Павлов? Ну, с утра был в избиркоме, потом... Потом поехал в администрацию. А вы, собственно, на что намекаете? Нет, просто как-то зябко. Давайте лучше пойдем в автобусе договорим. Игорь! Игорь! Меня будет кто-нибудь когда-нибудь защищать? Я вообще для чего сову учредил? Смотри, сегодня труп подкинули. Завтра меня вообще как Кеннеди. Игорь, если меня вдруг опять достанут... Я тебя предупреждал. Иди давай, Кеннеди. Ну не плачь, Лида, я сейчас вернусь. В смысле, он сказал опять? На него что, раньше еще покушались? Да это сейчас не имеет никакого значения. Значит так, камеру на заборе я проверил. Она сломана. Наверняка преднамеренно. Я свидетелей поискал. Не густо. Правда, одна тетка вчера скорую помощь видела часов в 6 вечера. Ну так ищи ее. Чего ждать-то? В общем так, девица, которая фотографировала, явно не просто любопытная соседка. Это понятно. Она караулила. Значит, знала, что труп здесь. Не удивлюсь, если в газетах появятся снимки. Так, Марфин, отслеживай все публикации. Так, ну все, ребята, давайте, шевелимся, шевелимся. А мне куда? В город.
лейтенант Смирнов. Сигарет не будет? Да не, я не курю. Слышь, лейтенант, я реально в запаре. Давай по-быстрому, а? По-быстрому это ты с женой, да? Частный сыщик. О, как. Догонял, что ли, кого? Да знать бы только кого. Слушай, у тебя тут скорость часов в 6 вечера не проезжала? Ну почему? Тормознул одну. Гнала, блин, под 120 и без мигалки. Слушай, а можешь номер посмотреть в протоколе? Очень нужно. Да не, без оформления. Да. Не, ну документы я проверил. Машина с 9-й больницы. С 9-й? Грязная, блин, как моя жизнь. На, езжай. Свалю с этой хреновой службы тоже. В частники подаемся. Правильно, у нас лучше. Спасибо. Обращайтесь. Ну чё? Извините. На Крестовском вы вчера были примерно в 6 вечера. А я помню. Сутки по городу. Ну чё, побег-то? Ты память включи. На Крестовский ездил? Труп через забор перебрасывал? Да какой труп? Женский. В огород кандидата в депутаты Павлова. А? Да не знаю, я никакого депутата. Хочешь экспертизу салона? Кровь, пальчики. Угадай с 3 раз, на кого менты труп повесили. Слушай, я не убивал. Они мне сами ее подсунули. Ночью двое подкатили, $3000 дали, а мне позарез нужны деньги. Слушай, мужик, давай по-человечески. Хочешь половину? Ну возьми все, только ментов не надо, а? Ну это уж как дело пойдет. Как ты говоришь, выглядели эти два? Ну так двор-то темный был. Особо там я не разглядел. Ну? Один брюнет. Вроде бы Кеша его зовут. Кеша? Угу. Ну уже что-то. Ладно. Не корысти ради, а в качестве вещдока. Да, дом совсем без меня запустили. А здесь у нас что? А что у вас за праздник 6 числа? В смысле? А вы чай-то пили? Не, зато я посмотрела, давайте, с кем конкурирует Павлов на выборах. Да? Да, вот смотрите. Значит, у него 3 соперника. Первый Карасев, ага, потом Тарабанчук и... Ага. Говюжий. Вот. Мне кажется, труп подкинул говюжий. Давайте лучше чай пить. Всем привет. Доброе утро. Доброе, доброе. Чай будешь? А почему 2 чайника? Потому что черный и белый. О, буду. Свежая пресса к завтраку. Правда, картинки не очень аппетитные. Сейчас. Так. Ну, давай уже. Опа, пожалуйста. Мы не утверждаем, что Павлов убийца, но страшная находка может пошатнуть его шансы на победу. Вот так. Подпись Анастасия Крутилина. Чую аромат завтрака. Доброе утро. Здорово. Так, а что 2 чайника? Черный чай и белый. Ага. Тогда черный. И вот эту вот мне Анастасию Крутилину из-под земли. От нее и узнаем, кто заказчик. Тарабанчук, Карасев или Варин любимец. Говюжий. Только тут еще одного искать надо. Труп подкинул некий Кеша. Нам известно, что в 82-м году вы работали в инженерно-строительном институте. В особом отделе. Под кличкой Парнас. Кому это нам? Ну, это не важно. В то время там учился Сергей Павлов. Сейчас баллотируется в депутаты. Слышали, наверное? Так вот. Мало ли вы что-нибудь вспомните о нем, какие-нибудь подробности. Ну, вы сами понимаете. В студенчестве разные шалости бывают. А мы бы вас щедро отблагодарили.
Насколько щедро? 500. Но не рублей, конечно же. На 500 у меня ничего нет. А на 1000? Не бери. Невозможно уже. Сереженька, так тоже нельзя. Алло? Господин Павлов, это недоразумение, ведется следствие. Алло? Нет, на решение баллотироваться это не повлияет. Ну, разумеется, Сергей Николаевич ни в чем не виноват. Лида, прекрати! Мы ни в чем не виноваты. Нечего оправдываться. Все, я уехал. Отключи телефон. Алло. Он уехал. Извините, как? Парнас, это имя, фамилия? Что? Здравствуйте, Анастасия. Сидим спокойно, ручками не дергаем. Сигаретку выбрасываем, едем во двор. Вот молодец. Поехали. Что крутили на Анастасия? На Кешу работаем? На какого Кешу? Я на себя работаю. Сигареты дай вон там в сумке. Ну-ну, сиди тихо, курить вредно. Кто тебя послал? Ты в воротах упала с фотоаппаратом, маячила, или скажешь, там случайно оказался? Ну, не случайно. Мужик вчера позвонил, сказал, хочешь сенсацию, езжай к Павлову. Слушай, убери свою пушку, я нервничаю. Чё ты орёшь? Чё ты орёшь? Чё позвонили именно тебе, за красивые глазки или ты под Павлова роешь? Я просто папарацци, я подо всех рою. Что нарыла, то и продала. Дай сигареты, ты моё здоровье бережёшь, блин. Тихо сиди. Ну что, видишь? Я на всех информацию собираю, не только на этого Павлова. Придурок. Нервы ни к черту, все потому, что курите. Это Карасев. Это Говюжий. А вот Тарбанчук, как выяснилось, вообще веселый парень. Да, они все красавцы. Кеша на каждого из них мог работать. А может быть, сам по себе. Может, какие старые счеты. Я думаю, нужно в прошлом у Павлова копнуть. Да не хочу я нигде копаться. Но ведь на Павлова уже было покушение. А сова этим занималась? Или вы тогда еще в прокуратуре работали? Я ушел как раз тогда, и там, в общем, много чего навалилось. Я сейчас приду. Да. Павлов и создал сову, чтобы я занялся расследованием покушения. Но уверен, сегодняшняя ситуация с этим никак не связана. Так, Олег, поезжай в лабораторию,
Проверь отпечатки с баксов. Прогони по базе. Угу. Мало ли, вдруг знакомые найдутся. Все, давай, пошел. Понял. Странным кажется и тот факт, что никто из соседей ничего не видел и ничего не слышал. Безусловно, это скандальная история, брошенным, по словам Сергея Павлова, трупом, серьезно понизила его шансы на победу. На сегодняшний день, по данным социологических исследований, в предвыборной гонке лидирует Федор Гавюжин. Простите, Гавюжин. Следом за ним идут Павел Карасев и Юрий Тарбанчук, соответственно. Другим новостям. Образец. Ты попробуй, пощупай. Товар как настоящий. Девушка, будьте любезны, посчитайте, пожалуйста. Ну. А вот. Если фальшак не прокатит, ты уж извини. Моих отпечатков на нем не было. Нанять человек 50. И пусть звонят ночью. Просят голосовать за Тарбанчука. Да электорат на второй же день Тарбанчука проклянет. А? Дальше. 1000 листовок. Гавюжей приглашает на бесплатный банкет. Ну, народ на халяву слетится, а банкета нет. Я бы пуговицы из того, что... Ни один нормальный человек... Я бы пуговицей стал, чтоб пришитым быть тобою. Пришитым? Чего? А вот то покушение, которое было на вас 5 лет назад, ну, когда еще племянник погиб, у вас есть предположение, кто заказчик? Алло. Здравствуй, дорогой. Это Парнас тебя беспокоит. Кто-кто, простите, не понял. Парнас. Помнишь такого? Какой Парнас? Как другой покупатель? За компромат на Павлова заплачу в 2 раза больше, только в рублях. А, алло. Алло. Козел. Варя. Павлов! Игорь Михайлович, мне звонил Крылов насчет долларов. Сказал, что отпечатков много, но ни один по базе не проходит. Павлов! А он уехал. Зачем вы его отпустили? А что? Ему кто-то позвонил, его как ветром сдуло. Так. Наруйте мне с Крыловым все, что можно про Ирину Летягину, журналистку. Пересекалась ли она в последнее время с каким-нибудь Кешей? Варвара, я ведь просил вас не сидеть в моем шезлонге. Собирайтесь, пойдите со мной. Если, конечно, закончили. С маникюром. Сергей! Ты где? Игорь Михайлович. Серега! Сережа! Ну что? Жив. Убил бы. Что случилось? Ничего. Прости, не могу жить с тобой в этой лжи. Уехала на дачу. На развод подам сама. Лида. Так. Летягина что, твоя любовница, что ли? Да какая любовница, я тебя умоляю. Ну ладно, ладно, ладно. Сережа, что случилось? Кто тебя шантажирует? Это мое личное дело. Я сам разберусь. Да? Молодец. Вначале всех на уши поставить, а потом я сам разберусь. Вот в этом весь ты. Твоя последовательность, твои принципы. Ладно. Мои принципы. А твои? Они много дали тебе, твои принципы? Да если бы не я. Что? Ну договаривай. Ладно. Проехали.
Мне на телевидение пора. Что, так и будете тут торчать? Я могу переодеться? В общем, так. Давай, поезжай сейчас к Лиде. Угу. Она явно что-то знает. Если там что-то личное, она мне в жизни не расскажет. А тебе, как женщина женщине, расскажет. Хорошо. Да, и возьми вот это. Вечером будет холодно. Я прошел Афганистан. С тех пор я не утратил навыка защищать себя и других. Я готов бороться за стабильную жизнь округа, города, страны. Спасибо, Вадим Семенович. Дорогие телезрители, не забываем о телефонном голосовании. На ваших экранах отражается рейтинг популярности наших кандидатов. Итак, у нас вопрос к господину Павлову. Сергей Николаевич, зрители интересуются, правда ли, что от вас ушла жена? Все мы падаем и поднимаемся. С женами, мужьями ссоримся. Но ведь и миримся. Обязательно миримся. А сейчас у меня просто болит сердце. Так болит. Ну, наверное, потому что оно у меня есть. Сергей Николаевич, ваш рейтинг резко пошел вверх, потому что наши люди голосуют за искренность и открытость. Мы прервемся на рекламу, а после рекламы к нам присоединятся Юрий Тарабанчук и Федор Говюжий. Пошла реклама. Давайте мы поправляем. Вот сок вы просили. Ну, не сейчас, что вы, все нормально. Да? Не холодно? Кто? На, забирай. Сейчас. Одну минуту, ради бога, извините. Вы куда? Эфир сейчас! Вы куда? Я не могу говорить сейчас. Вот и хорошо. Заткнись и слушай. Завтра передашь мне 30 000 долларов. Где встретимся, скажу потом. Но я не успею до завтра. Это слишком большая сумма. Пожалуйста, Федор Иванович и Юрий Николаевич, пройдемте в студию. Алло. Это твои проблемы. Алло. Кто звонил? Оставь меня в покое! Это политика! Это не связано... Слушай, тебя посадят за убийство Летягиной. Политик хренов! А мне тебя спасать осточертело. Разбирайся сам. Ну, погоди. Ну, погоди. Прости, я погорячился. Давай поговорим после. Ну, после этого, после эфира. Давай. Или сейчас едешь со мной, или расхлебывай свое дерьмо сам. Ну... Бог в помощь. Скажите, а здесь офис несколько раз крутанули? Да. О, на втором этаже. Четвертая квартира. Извините, а жулика вы этого случайно не видели? Иннокентий зовут. Нет. Я из ЖЭКа. Ни во что не влажу. А вот эти из четвертой квартиры, они его видели. Поначалу жулик тоже вроде их кинул. А там что за контора? Вот не знаю. Вот мне что сказали, то я и делаю. Опа. Так. Смотри. Опа. Сегодня приема нет, завтра приходите. А, здравствуйте, мы бы хотели задать вам парочку вопросов.
Извините, пожалуйста, очень важное дело. Не могли бы вы нам помочь? Ну что, непонятно? Нет приема. Завтра приходите. Не, ну, бывает. А его жена, она какая была? Таська-то? Да. Умница была. У нее, кстати, день рождения где-то в начале мая. Уж я и не помню, какого числа. Что-то я забыла. 6-го? Да, точно. 6-го. Завтра. Какие он праздники закатывал ей, а подарки какие удивительные дарил. Ребята потом все футбол против местных играли. Игорь, Дибич на ворота. И мой, все в одной команде. Да. Ну, продолжим. Варь. Варь. А я и смотрю, что это на вас, шарфик Игоря. Так ты влюбилась. А если бы это попало в прессу, ты представляешь, что было бы с моим имиджем? Да сейчас к твоему имиджу тулуп с номером. Все-таки политика. Вот на кого-то из них Летягина нарыла что-то очень серьезное. За что ее и убили? А на тебя стрелки перевели. Теперь еще и шантаж. При передаче денег наверняка подключат милицию, прессу. Вот такое же фото. Павлов дает взятки. Не-не-не, это другое. А-а-а. Шантаж это другое. Я там сам разберусь. Короче, Карасев знаком с каким-то иноагентем. Здрасте. Этот мошенник сдал ему чужой офис. И теперь у Карасева там приемная. Олег остался понаблюдать. Вот, я говорил происки. Значит, Карасев. Звони Дибичу! Ну Дибичу. Все, хватит орать! То, что Карасева кинул какой-то Кеша, это не улика. Но понаблюдать надо. Угу. Клевая девчонкой была. Угу. А Игорь тоже молодой, красивый. Да он и сейчас молодой. Нет, вот вы посмотрите. Вот мужчина. И вот мужчина. Вот кого бы вы выбрали? Чем это тебе мой любимый племянник не угодил? Простите. Племянник? Извините, а сколько у вас племянников было? Единственный всю жизнь. Сын моей сестры. Он уже 5 лет в Оксфорде. Сергей ему помог, оплатил учебу. А что это тебя так удивляет? Не, ничего. Ничего. О, наконец закипел. Ты чай с сахаром будешь? А, да, да. Знал, я вообще не пошел сегодня. Прекрасно. Как, специально как. Да, молодец. Да, ну, чудо вообще. Да, договорились. Да, куда, молодой человек? Ой, извините, это дом 12? Дом 10. Туда, пожалуйста. Ошибся. Летягину-то зачем? Господи, боже мой. Ладно, дверь закрывай. Что там у нас стоит? Да ведро, наверное, уборщицу оставил. Уборщица, ведро. Значит так. Пост в Афгане. С Кравченко был знаком. Значит, Летягина Кравченко отыскала. Ну и чё? Но Летягина, видно, Кравченко нашла. Больше-то никто не знал. Да понял, заткнем Кравченко. Вот. Ничего себе! Нет. Мужа своего вы любите.
Не любили бы, не переживали. От этого еще тяжелее. Если б не этот звонок. Что? Не, ничего. Какой звонок? Ничего, просто... Лидия Борисовна, это очень важно. Какой звонок? Позвонил какой-то Парнас. Сказал про Сергея, что... В общем, это было, когда еще мы учились. За мной ухаживал студент, немец из ГДР. Замуж звал. А потом вдруг его отчислили, выслали в Берлин. Больше я о нем ничего не слышала. Вышла за Павлова. А оказалось, Сергей что-то наговорил в первый отдел про него. Варя, я всегда была диссиденткой. А жизнь прожила со стукачом. Ладно. Еще раз. Что тебе здесь нужно? Ничего, я мимо проходил. Чего его нюхивал? Кто тебя нанял? Вадик, можно тебя на секундочку? Вадик, ты рискуешь. Это я тебе как друг и как начальник охраны говорю. Как друг? Доверься мне, окей? А как начальник охраны, лучше бы узнал, что это за сова. Ребята уже работают, а ты нервничаешь. Совершаешь стратегические ошибки. Ну, Кешу этого зачем нанял? Такие жулики на дороге не валяются, и фантазию у него. Дай бог каждому. Он грязно работает. Угу. Фальшивое бабло тебе впарил. Да, и себе процент, не сомневайся, хороший скостил. Ты в этих делах советуйся со мной, лады? Особенно сейчас, у Павлова после дебатов. Вон какой рейтинг. Я знаю, что делаю. Ну-ну. Слышь, братан, хочешь верь, хочешь не верь. Мне пофигу. У меня сахар в крови падает, мне инсулин нужен, укол инсулина, слышь? А с пирожным тебе не сгонять? У меня шприц во внутреннем кармане. Нафиг тебе мой трупешник нужен? Чё тебе хозяин скажет? Сам подумай. Дурак! Началось! Слышь, ты чё, в натуре кончаешься, а? Ну где твой шприц-то, ну? Ты же сам не найдешь. Давай, быстрей! Он же был связан. Урод. Черт. Понятно. Ладно, оставайся у Лиды. Завтра жду. Стукач ты, Павлов. Что? Сука ты большая!
не стукач, Игорь, поверь. Да я только один раз в институте тогда. Один раз ради Лиды. Один. Мне неинтересно. Один раз! А ты помнишь тот случай? В 79-м году. Какой? Мы с тобой на Невском встретили какого-то командировочного. Чего? Он нам еще трешку предлагал, чтобы мы его до Московского вокзала проводили. А, да, помню. А ты как дурак кричал, вон он, Московский вокзал. До сих пор тебе не могу простить эту трешку. Ладно. Давай без истерик. Работаем. Парнас явно бывший особист. Сохранил твой донос. Черт его знает, один шантажирует или по чьей наводке. Но компромат забрать надо. Ну как? Я только кличку помню, в лицо не вспомню. Это ж когда было? Значит, придется заплатить. Ну, 30 тысяч ЕД требует. Что ж, просто так взять и отдать ему? Отдать. И отдашь. Карасев аж отморозок, сволочь. Еле ушел. Все, потом, потом. Хвоста за мной нет, но где сова, не знаю. Скоро могут быть здесь. Найди мне этого Крылова. Если он начнет болтать, сам понимаешь. Не начнет. Но с трупом пусть ваш Кеша парится. Это по его части. Thank you.